вот это вот Hotel Castle Ashford в местечке Village Kong. Kong Village. Маленький такой лес. Деревья столетние. Обалдеть. Ну и вот он сам Касл. Достаточно дорогой отель. Вот там далеко открывается уже вид на океан. Если будет видно, остановлюсь. Там далеко. Машины. Это from North Island приехали. Либо работники, либо отдыхать. Ирландский флаг. И сам Касл. Ух, какая красота, там остров. Ну, если получится. Вот, остров. Машинка выезжает. И это, судя по всему, уже, я даже не знаю, или океан, или это бухта. Скорее всего, это, точнее сказать, или это океан, или это озеро. А там остров. Единственное, что серого цвета, как нехорошо, неприятно немного. Хотя его, с другой стороны, его и не видно там. Вон, часы даже на башне есть. Достаточно дорогое удовольствие здесь отдыхать. О, специальный этот самый. Людей доставлять катать, видимо, по парку. Это электрическая штука. Вот отсюда вид такой открывается. Интересный. Стабилизатора нет, трясется картинка.